В этом году на литературный конкурс «Проба пера» приехал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он принял участие в работе жюри и ответил на многочисленные вопросы юных корреспондентов. Крайне интересные темы, вот вообще удивительно, как придуманы. И сила не в деньгах, а в правде. Человеку холодно без книги. Кто это придумал? «Сказка у моря», ну понятно. Хотят ли русские войны? Все актуально, все здорово. Я надеюсь, очень скоро этим ребятам уже мы с вами сможем сказать «коллеги». В итоге первое место заняла ученица лицея номер 22 Елизавета Аболкина. На суд жюри она представила сочинение «Я живу в России» о прошедших недавно выборах президента.